Дорогие родители, дорогие ребята, подходит к концу наш учебный год. И уже сейчас мы с вами можем подводить некоторые итоги уходящего года. Для начала, в нашем мобильном приложении, которое называется «Твоя школа», вы уже сейчас можете посмотреть некоторые результаты этого года. Мы заканчиваем уже вбивание всех результатов и хотим обратить ваше внимание на следующее. Во-первых, для того, чтобы войти в «Твоя школа», используйте, пожалуйста, мобильный телефон, указанный в нашей анкете. В основном это телефон мамы. Пароль у нас у всех с вами один. Это C-E-V-L английскими буковками маленькими. Здесь у вас есть монеты. Да, обратите, пожалуйста, внимание, монеты нужно потратить, что-нибудь купить до 30 июня. После этого прогресс и монеты обнулятся. Как же увидеть свой прогресс? На главном экране спуститесь, пожалуйста, вниз и посмотрите, найдите вот эту кнопочку «Итоги обучения за весь период». Нажимаем на кнопочку «Смотреть» и оля! Мы увидим, сколько уроков посетил ребенок с 1 января по 30 июня. Сколько слов выучил, сколько тренировок сделал, сколько стикеров получил и сколько тестов сделал. Для того, это активность, как бы, да, для того, чтобы увидеть все-таки посещаемость и более такие, скажем так, значимые для нас с вами цифры, нажимаем на его группу, да, группу, в данном, в нашем случае группа Sprite, и спускаемся вниз. И вот здесь вы уже видите нашу успеваемость, да, 96% явка на уроках, то есть это у нас с вами посещаемость, да, нажав на нее, вы можете увидеть подробное все, подробные все моменты, и вот здесь мы видим с вами успеваемость, да, 97% общий средний балл за тесты за весь год с 1 сентября. Нажав на эту кнопочку, вы можете увидеть более подробно каждый тест. Обращаем ваше внимание, для того, чтобы мы перевели вас на следующий учебный год с нами, посещаемость должна быть более 70% и успеваемость тоже более 75%. На родительском собрании, которое состоится у нас с вами в первых числах в начале июля, мы очень подробно расскажем вам о том, какие успехи достиг ваш ребенок, о том, какие планы у нас на следующий учебный год. Так что до встречи на родительском собрании.